Месяц Сафар – один из месяцев Всевышнего Аллаха. И он является вторым месяцем в году по летоисчислению по хиджре. После месяца Мухаррам. Он тот месяц, в котором состоялось первое сражение в исламе. Сражение Аль-Абва во втором году хиджры. Этот месяц был завоеван Хайбар в седьмом году по хиджре. Был завоеван город Мадайн, столица персов, в шестнадцатом году по хиджре. И к числу деяний эпохи Джахилии, которые аннулировал ислам, относится убежденность в злополучности дней и ночей месяца Сафар. Говорится в хадисе, нет инфекции, дурных суеверий, хамы и Сафара. Месяц Сафар такой же, как и другие месяцы. В нем происходит и благо, и зло. Все находится в руках одного лишь Аллаха. Случается лишь то, что предопределил Всевышний Аллах. Сказал Всевышний,